Столица региона планирует увековечить память Нины Ляпиной, военный фельдшер, партизанка, которая в годы Великой Отечественной войны совершила подвиг, пожертвовав собственной жизнью. Девушка погибла в возрасте 20 лет и стала символом мужества и патриотизма. О том, как именно хотят сохранить память о Нине, узнала Полина Чулюкова. В Самаре активная группа граждан выступила с инициативой увековечить память Нины Ляпиной, фельдшера, которая в годы Великой Отечественной войны совершила подвиг, пожертвовав собственной жизнью. Идею обсудили на встрече с председателем областного парламента Геннадием Котельниковым. Делать все, чтобы память эта оставалась с нами, с людьми, которые сейчас живут и которые потом будут жить. Нина Ляпина – это гордость. Потому что и в Великую Отечественную войну медицинские сестры выносили с поля боя раненых бойцов. И сейчас, когда идет СВО, мы не в стороне. Инициативу планируется реализовать в рамках закона Самарской области об увековечивании на территории Самарской области памяти погибших при защите Отечества. Для нас сейчас это как бы собирательный образ, хотя это конкретный человек, конкретный выпускница этого колледжа. В планах установить мемориальную доску в школе номер 70, где училась Нина Ляпина, и переиздать книгу Андрея Вятского «Если бы у меня было 10 жизней» о подвиге девушки. Эта инициатива, она нам поможет вновь вернуть молодежь к этим книгам. Когда она погибала, она была верна своей родине. Напомним, что сейчас в городе имя Нины Ляпиной носит Самарский медицинский колледж. Полина Чулюкова, Николай Епифанов. События.